Итак, ребятки, прикупили электрошашлычницу, теперь мангал не нужен, мясо жарится само собой, электропотребление 900 ватт, ну, по готовности сейчас вот уже, наверное, минут 20 они крутятся-вертятся, верхний кусочек надрезал, посмотреть, как оно прожаривается, ну, в принципе, еще, наверное, минут 10. Сейчас в половину буду пробовать. Первый шампур сниму. А шашлычница вот такая, самая обычная. Замариновали минут на 50, наверное, лук, перец, соль и уксус. Ну, чуть-чуть минералки долили. И выглядит коробка вот так. По цене в районе там что-то 3000 с чем-то. Сама крутит, сама вертит. Делать ничего не надо, только насадил и, в принципе, все. Ну, сейчас дожариться будем кушать. Получились вот такие шашлыки. Я уже два своих съел, а вот эти еще 5 минут. Короче, 35 минут вот готовность у этих. Я снял, во сколько, в 30 минут свои уже два съел. Ну, вот такое мясо.